пытаемся уцепиться за какой-то кадр или за какую-то деталь кадра, и в этот момент тормозится весь фильм, то есть жизнь перестает течь свободным потоком. И в этот момент мы испытываем страдания, испытываем боль, испытываем переживания. И вот здесь происходит слив энергии. Идет слив энергии, и жизнь не идет полным ходом, и мы не удовлетворены, мы страдаем. И, по сути, он разделил как раз те критерии, где могут быть вот эти зависания, застревания, да, эмоциональные застревания, какие-то сценарии, цепочек событий, когда мы залипаем в одно и то же состояние. Он там проговаривал, когда, допустим, мы попадаем... Ну, у кого-то привычное состояние радости, он находит радость везде, а у кого-то привычное состояние разочарования. Этот человек регулярно залипает в разочарование. Вот мы сейчас как раз, когда кто-то из вас, кто захочет пойти в разбор, будем выявлять вот эти вот... емкие состояния, в которые человек регулярно проваливается, и рассмотрим как бы первопричину, для чего, чтобы этот опыт преобразовать. Потому что каждый из нас находит себя регулярно в каком-то сценарии событий или сценарии состояний, попадая в различных контекстах в одно и то же состояние. Например, разочарование, например, там предательство или еще что-то. И регулярно испытывает из-за этого неприятное состояние, боль и различные внутренние, да, неприятные моменты. Вот. И здесь это как раз-таки те моменты, которые по жизни нам необходимо прожить. Это тот опыт, который мы проживаем, и те элементы, которые сливают нашу энергию и не дают течь жизнь полным ходом. Вот. Скажите, кто хотел бы, может быть, чуть-чуть себя разобрать? Я. Почему я сказала «я»? Она была сказать «он». Я, если что, могу уйти. Электрическую палину приобрести. Можешь кого-нибудь пересадить туда и взять стульчик? Ты молодец. Юлечка у меня училась на курсе 2 года назад. А сейчас я восхищаюсь, насколько она круто рассказывает. Так, напишите, у кого звука нету. Почему звука нет? Есть звук? Звук, может быть, просто плохо слышно? Да нет, тут говорят, вообще в прямом эфире звука нет. Да слышно, нет. Поставьте плюсик, у кого звук есть. Может, я его зажала, но не могла. Привет! Привет! Нас слышно, видно? Привет, да, хорошо видно. Все, отлично. У нас еще напротив зум есть, звук есть, отлично. Ой, я, наверное, поближе подсяду, тут разбор будет сейчас. На гвозди наступила. Ой. Связывают физику, да, с реальностью, кстати, я момент, помнишь, мы в магазинах с тобой стояли, как раз к ним пришла. Формула Ома, которая говорит о том, что сила тока равна напряжению, деленное на сопротивление, по сути, это сила потока. Потому что по факту поток – это как раз-таки напряжение действия, да, деленное на сопротивление. И если вот говорить уже о метафизике, то... Вот есть мы, есть наше желание. И дальше, насколько пропорционально, вот если взять на чашу весов, наше желание весомо или то сопротивление, тот объем противоречивых желаний, какие выгоды не иметь желаемое или какие страхи иметь желаемое, что сильнее, то и играет как бы решающую роль. Например, разберем такие варианты. Вот я, вот мое желание. Если мои сомнения, страхи и выгоды не иметь желаемое сильнее, то я стою на месте, я хочу желаемое, но я стою на месте, и ничего не происходит. Вот люди часто находят себя, вот я хочу, но в жизни ничего не происходит, и желаемого не происходит. Либо, если на чаше весов как бы колеблется, и мое желание, и мое сопротивление, оно где-то вот друг друга перекачивает, то человек идет к желанию, но он как будто с тяжестью идет, то есть он тащит за собой какой-то груз, ну, тяжело, с препятствиями. Либо человек легко себя хоп и находит в желаемом. То есть сила желания, она гораздо сильнее того сопротивления, тех препятствий, которые на пути. И здесь достаточно простой такой эффективный ключевой, наверное, инструмент, да, в квантовой психологии. По сути, если мы чего-то хотим, самое мощное и крутое, как раз-таки, чему учит Нелли, да, чему во многом мы благодаря тоже Институту физики и сознания научились, то, что мы разбираем те выгоды и те страхи, которые стоят на препятствии к желанию. Это вообще ключевое. Это гораздо сильнее и мощнее, нежели делать что-то физически, да, предпринимать какие-то усилия. Сейчас я секундочку это говорю, это просто для помощи. То есть, по факту, вот я чего-то хочу, и если у нас это не происходит, то мы идем в вопрос. А какие выгоды у меня не иметь того, что я хочу, и какие страхи у меня иметь то, что я хочу. И здесь, в принципе, классно, если мы умеем сразу так мыслить, сразу идти вот в этот вопрос себе. Для чего я хочу не иметь желаемое, какие выгоды,
и какие страхи имеет желаемое. И здесь очень круто, если мы идем глубоко. Если мы прям отвечаем большим-большим объемом любых ответов, которые нам приходят. Это могут быть, ну вот все, что промелькнет, все, что мы вообще не принимаем в своей голове, но если оно мелькает, значит, оно имеет место быть. Например, практически любая женщина, женщина у нас здесь преимущественно сейчас, имея детей, в какой-то момент ловит себя на мысли, там, избавиться от детей в той или иной мере. И часто она может не признать, нет, я это не могу думать, это вообще нереально, я не, просто не имею права. На самом деле, если такая мысль промелькнула, значит, это уже какая-то частичка шаблона сознания, есть какая-то выгода, и она влияет на реальность. И если пойти дальше в разбор, а для чего я хочу избавиться от детей, там находится уделить себе время, проявить себя, то есть такие вещи, которые базовые, то есть любой человек пришел сюда, чтобы проявить себя, любой человек пришел сюда, чтобы любить себя, и если мы забываем о себе, то в этом случае в жизни появляются такие сценарии, шаблоны, желания, которые рушат наши связи, привязки, это возвращаемся к связям, где наша энергия заморожена. То есть, если женщина всю себя отдает детям, если она забывает про свои желания, потому что она считает, что детей некому доверить, то, что она не доверяет близким, она не доверяет школам, то есть, это вот эта куча шаблонов, которая не дает ей пользоваться теми возможностями, которые ее окружают. Она, вопреки своим желаниям, полностью себя собой жертвует, и в этом случае у нее будет появляться желание избавиться, то есть, это естественно. И здесь важно себя поймать на этом желании, вот, да, когда мы погружаем выгоды, в честности себе признаться и осознать, для чего мы этого хотим. И здесь мы находим для чего? Для того, чтобы полюбить себя, давно себя не баловал, давно не отдыхал. Для того, чтобы проявить себя, есть желание там петь, танцевать, готовить там сайты, выступать. Человек этого не делает, и у него все будет рушить, все остальные его связи, везде, где он тратит свою энергию, замораживает, будет рушиться. Поэтому любой момент, когда мы стремимся к чему-то, есть какие-то сомнения, препятствия, круто сесть и разобрать, выгоды не иметь, страхи иметь. Это инструмент, который ключевой момент может все изменить. То есть сам факт того, что, вот Алена, ты говорила, важно, да, отметить, сам факт того, что мы вытаскиваем из подсознания те выгоды и страхи, которые были неочевидны, и начинаем их осознавать, уже трансформационно. И в реальности может все начать в момент перестраиваться просто от того, что мы вытащили это на поверхность. Увидели, признались, приняли и осознали ценность этого, вот этой выгоды, этого шаблона, этого желания. То есть любое желание, оно в глубине несет какую-то позитивную ценность, но на поверхности оно может быть негативным, вот как я провела пример, да, избавиться от детей. На самом деле это желание проявить себя и уделить себе внимание, но если женщина его не слышит, то есть она может как решить, а как я могу по-другому с детьми? Ну, в конце концов, доверить бабушке, доверить няне, доверить мужу, найти время на себя, как, или даже с ребенком пойти отдохнуть. В этом случае ребенок отдохнет, и она отдохнет, и сразу это желание растворится. Ну, как бы, я такой примитивный. Ребята, кто не успевает, мозгом пишите тут в чате. Не переживайте, я вам очень медленно все то же самое рассказываю на своих эфирах, поэтому вы еще сможете на Ютубе посмотреть и здесь в Инстаграм. Вот, слушайте внимательно, улавливайте все, что говорит Юлечка. Она просто бесподобно раскладывает структурно все. Благодарю, дорогая. Ребят, вам услышать понятно? Да. А зачем? Допустим, сейчас будет от кого-то там. Я не могу комментарий написать, это если напишет, я тогда его закреплю. Любой вопрос, который тебя волнует. Не получится, я пробовала. Если возвращаться к тем элементам, которые заморожены наши. Это только если мне напишет. Что тебя больше всего волнует? То есть то, что тебя больше всего волнует, там больше всего твоего внимания, а твоего внимания – это твоя энергия. Значит, твоя энергия не течет потоком, а она заморожена. Интересно будет забрать. Я очень хороший продюсер, но больше всего я хочу быть блогером, я хочу быть медийным человеком. И у меня есть какое-то препятствие к этому, какой-то блок. Вот такой запрос, нормально? Давай, хорошо. Что ты чувствуешь в тот момент, когда вот ты хочешь быть блогером, но ты им не являешься? Какой, какая ты? Какие чувства ты испытываешь? Твои чувства, попробуй вычислить. Когда я хочу, но не являюсь, да. Ну, какую-то тяжесть, меня что-то все время вот отодвигает от этого, давит. Еще? Какая ты прям прилагательная история? Вялая. Еще? Скучная. Еще? Несостоявшаяся. Практический разбор. Еще? Спокойно. Я же могу все говорить, что мне приходит. Конечно, еще. Защищенная. Еще. Разочарованная.
закрытая. Еще? Ну, если есть, говори, нет. Ну, вроде хорошо. Теперь скажи, пожалуйста, что самое емкое. Я сейчас перечислю, просто почувствую, что больше всего отвлекается. Потому что то, что самое емкое, там больше объем энергии. Мы с этим сталкиваемся. Тяжесть, давление, вялость, скучность, несостоявшаяся, разочарованная, закрытая. Закрытая. Закрытая, хорошо. Я сейчас буду тебе задавать вопрос. Твоя задача задавать его себе и чувствовать ответ. Любой. Он может прийти вроде в виде ощущения, в виде какого-то образа, в виде просто у тебя в пространстве что-то в взгляд упадет. Ты просто сразу говори первое, что придет, не размышляя. Для чего я желаю быть закрытой? Какая выгода у тебя, чувствую? Для защиты, чтобы не опозориться. Угу. Для чего я желаю позориться? А, для чего я этого желаю? Чтобы скрыться. От чего я скрываюсь? От проявления. Для чего я желаю не проявляться, блокировать свое проявление? Это могут быть на уровне чувств, да? Да, может быть, что угодно, что приходит, и говорит. Ну, это как какой-то зажим. Вот именно, кстати, на этом уровне, на плечевом. Чего я боюсь в проявлении? Что я не получу того, чего хочу. А чего хочу, я не знаю. Чего я хочу? Я хочу славы. Для чего я хочу славы? Для того, чтобы транслировать что-то людям. А для чего я хочу что-то транслировать людям, что ты хочешь чувствовать? Вдохновение, силу. Для чего я желаю блокировать желаемое? Потому что я боюсь этой силы. А что у тебя противоположной силе? Противоположное в смысле бессилие. А, как бессилие? Да. Антон. Слабость. Слабость, уныние. Для чего я желаю слабости? Для защиты. От чего я защищаюсь? От людей. Что люди могут страшного сделать? Осудить. А для чего я желаю осуждения? Юльчик, погромче, можешь только? Для чего я желаю осуждения? Я боюсь критики. Для критики, то есть, желаешь? Нет, критика — это как страх. А желаю... Для чего я желаю критики? Для чего я желаю негативного? Да. Почувствовать, что на тебя идет осуждение, какая выгода, что ты от этого получишь? Какое-то унижение. Ты хочешь для унижения критики? Критика. Ну, у меня это первое, что откликается, я говорю. Для чего я хочу унижения? Для того, чтобы почувствовать себя на своем месте. А для чего ты хочешь почувствовать себя на своем месте? Мне все упирается в защиту. Каждое слово — это защищенность. Смотри, когда мы идем вокруг одного, это значит, что мы нашли ключевое. Угу. Где-то там истина. Оно все время. Поэтому это естественно и вполне нормально. Угу. Для чего ты хочешь быть не на своем месте? Не на своем месте. Чтобы выражаться. Выражаться. Свободной быть. А на своем месте не выражаться не свободно? Свободно. Выражаться и быть свободной — это истинное желание моей души? Да. Чувство тела откликается? Да, но есть блок. Оно откликается, но все равно блок есть, который как бы... И что блокирует? Не знаю, это вот здесь, на уровне щитовидки, вот что-то блокирует. Юля такой доктор. Здесь,
Я тебя поняла. Мы с тобой, я вот думаю, сейчас это разобраться с телом. Ты сейчас не скажешь, если я начну с телом сущности работать. Не надо. Не надо. Я поможу, хорошо. Не буду сейчас. Почувствуй, пожалуйста, тело. Выражаться и быть свободной. Сейчас пойдет расширение на это? Это истинное желание моей души? Да. Выражаться, быть свободной и вдохновлять. Отлично. Теперь смотри. По сути, то, что мы сейчас проговорили, вот весь этот сценарий, перечисленный, да, запутанный, вот эта путаница, это то, что ведет тебя к твоему истинному желанию. Mm-hmm. То есть твоя закрытость, она водит тебя кругами для того, чтобы ты пришла к самовыражению, видишь, она тебя замыкает в то состояние, где ты не на своем месте, для того, чтобы ты начала себя выражать. Mm-hmm. Сейчас я буду, чтобы ты почувствовала себя свободной, чтобы ты наконец прорвалась. Сейчас я проговорю, ты просто чувствуй, ну, вот эту цепочку, потому что мы сейчас, грубо говоря, нашли сценарий деструктивный, и ты должна осознать ценность и благодарность всем этим шаблонам, которые позволяют тебе идти к твоему истинному желанию. Прочувствуй благодарность. Я признаю, я принимаю, что моя закрытость, позор, открывание своего проявления, лишение из себя своих желаний, потребность в защите, страх своей силы, слабость, уныние, прям чувствую каждый шажок, осуждение, критика, унижение, блокирование себя не на своем месте, они позволяют мне идти к выражению себя, к ощущению свободы и вдохновения, ощущению своей силы. Это истинное желание моей души – ощущать свою силу, чувствовать вдохновение, выражать себя, ощущать свободу. И я с любовью и благодарностью принимаю в себе закрытость, страх позора, желание скрыть себя и свое проявление. Страх своей силы, свою слабость, уныние, потребность защищаться, осуждение, критику, унижение, то, что я нахожусь не на своем месте. Я с любовью и благодарностью все это в себе принимаю, так как все это позволяет мне идти к выражению себя, идти к ощущению своей свободы, идти к ощущению своей силы и своего вдохновения. Угу. Благодарю, благодарю. Давай дальше. Я желаю понаблюдать это увлекательное кино. Интересно, как проявится мое желание чувствовать свою силу, свое ощущение свободы, вдохновение, выражение себя по-новому, через наполнение из моего внутреннего источника в сердце моем, в ответ на истинное желание моей души, в ответ на ощущение радости, потока жизни, в ответ на мои таланты и способности. Я желаю понаблюдать это увлекательное кино. Интересно, во что преобразовалось мое желание чувствовать свою силу, свое вдохновение, чувствовать себя свободно и выражать себя. Первый образ, который тебе придет, картинка, ощущение, всем чем угодно. Назови совершенно любой. Какой-то дом в деревне. Дом в деревне. Mm-hmm. Отлично. Где в этом образе дома в деревне ты видишь свободу? Вот сейчас просто рассуждай, как на уроке литературы. В поле. Еще. В самом доме. Вот на уроке литературы мы раньше с вами читали, да, и вот каждый вставал и говорил все, что он по этому поводу думает. Вот сейчас просто появится воображение и по-любому раскрой эту тему, как хочешь. Я потом помогу. Хорошо. Свобода в полях, свобода в природе, в окружающей. В уединении свобода, в небе свобода, в огне свобода, который в камине горит. Там чувствую. Угу. В каждом дереве, в каждом вот, как сказать, короче, в каждой стенке дома, которая сделана из бруса, тоже во всем этом проявляется свобода, в каждом окне свобода, крыша свобода. Где ты здесь видишь вдохновение? И
чувствуешь? В камине. Еще. В природе. Во всем, что я перечислила. Выражение себя. В самом, вот как бы в этом доме, как образе, это и есть выражение. В чем еще? В том, что я есть в этом доме. В силу. В том, что этот дом построен мной. И все, что там есть, это сделала я. И место это тоже я выбрала. Тут еще получается выражение, даже когда дом живой, в нем что-то обустраивается, уют, это тоже выражение. Те же облака, солнце, трава, сад, огород, это тоже выражение. Дом как архитектура или как его оснастка внешняя или внутренняя, это тоже, да, свобода творчества. Силы, это сколько силы надо приложить, чтобы это все сложить. Сколько силы природа прикладывает, чтобы все вокруг вырастить, все элементы, из которых дом построен. Теперь скажи, пожалуйста, есть ли здесь закрытость? Вот смотри, мы сейчас проверяем, но если ты чувствуешь, ты говоришь то, что ты чувствуешь. Если чувствуешь, то есть да. Если не чувствуешь, искать ее специально здесь не надо. В этом образе? Да. Нет. Есть ли в этом образе страх опозориться? Нет. Есть ли потребность защищаться? Нет. Есть ли страх силы? Mm-mm. Дома бы не было, да, если бы его не приложить силы, его построить. Есть ли слабость? Mm-mm. Есть ли уныние? Нет. Есть ли осуждение? Нет. Есть ли критика? Нет. Есть ли унижение? Нет. Есть ли что-то не на своем месте? Тоже нет. Не на своем месте. Он стоит, это уже его место, да. Что ты сейчас чувствуешь? Сейчас уют. Так хорошо. Изменилось ли твое состояние? Скажи, пожалуйста, до и после. Да, очень. А можно мне тут... Я вот... Три слова скажу. Да. Представь теперь, вот этот образ дома твой, это вся твоя жизнь, это весь твой мир, который проецируется из твоего сознания, то есть твое сознание проектора, весь мир — это проекция, киношка, и вот твой дом, который ты сейчас создала в проекции, в реальности жизнь вся точно такая же, как твой дом. И вот все, что ты сейчас чувствуешь, твоя жизнь такая же открытая, безопасная, свободная, классная. Дом мне очень нравится. Теперь скажи, ты можешь проявляться? И в чем твое проявление? В чем твоя сила? Да, в моей энергии, в том, что я делаю, в том, что я говорю, во всем. Просто то, что я есть. Да. То есть, получается, твоя сила, твое проявление, вся твоя киношка внешнего мира — это только твое естественное проявление. И твое естественное проявление должно быть на твоем месте, правильно? Mm-hmm. Ты не можешь стать кем-то другим, это уже не будет твое проявление. То есть твое самое естественное. Даже места, по сути, нет на самом деле. Да. Место — это что-то ограничивающее. Да. То есть тебе не надо искать свое место, как ты вначале сказала, мне нужно место найти, там, тра-та-та. Оно тебя ограничивает, пока ты что-то ищешь. Пока ты пытаешься чего-то достичь, ты себя ограничиваешь. А если ты не будешь там вот эти воздушные замки строить, а здесь сейчас жить, тогда и ты не будешь ограничивать свою силу. Чё, народ, понравилось? Классный разворот. Это всё, спасибо. Благодарю. Как изменилось твоё состояние? В чём оно изменилось? И какое у тебя сейчас состояние? Сейчас я почувствовала себя в этом доме. Вот, и это стало так уютно, так хорошо. Ну, то есть вначале все равно немножко еще такой микростресс от того, что и запрос я решила свой самый такой болезненный высказать, ну, чтобы это было интересно. И от того, что очень много людей вокруг. Ну, потом, кстати, я забыла про людей на самом деле. И я вот прям почувствовала эту энергию очень сильно. И я почувствовала весь процесс прям на уровне физики. То есть это вот идет прям на уровне физики такое высвобождение. И этот уют, он именно потому, что мы очень сильно привязываемся, и нам кажется, что чтобы классно себя почувствовать, чтобы, нужно что-то или где-то оказаться, или оказаться дома, или что-то. Что-то специально сделать, да, типа. Что-то специально сделать, что обязательно какое-то действие предшествует, или физика, или какой-то человек, а на самом деле вот оно как бы все есть. Ну вот, спасибо большое. То есть тебе сейчас ничего не мешает проявляться? Нет. Ну, трудиться надо. Лень, но это уже на уровне.
Так, а трудиться это что значит? Что именно делать? Прикладывать усилия. Какие? Собирать себя. Ну, то есть я человек достаточно ленивый. Я обычно я прикладываю 10% усилия своего, и она дает мне 90%. Расскажи, пожалуйста, что такое лень. Лень – это… Ну, для меня лень – это что-то энергетическое, то, что тебя сковывает, и ты как бы не можешь действовать. Что такое энергия? Энергия – это то, что есть внутри нас, то, в чем мы живем. Это поток. Да, это поток. Это движущая твоя сила, которая тебя двигает что-то делать, моргать, ходить, думать, правильно? Да, а лень – она как блок, она блокирует. А вспомни физику, чтобы по инерции катился шарик, что нужно сделать? Физику. Пнуть. Пнуть, да. Что является пинком в физике? Действие. Еще. Сила. Сила какая? Движущая. Ну, физику вспоминай, 5-й класс. Подсказка зала. Инерция. Да, чтобы она возникла, если переложить на сознание, то это что? Инициировать что-то? Ну, переложить на сознание, что тот пинок, который пинает мячик, это импульс, а дальше мячик катится без воздействия внешних сил по инерции. Вот инерция – это и есть поток и энергия, то есть это движение, от которого… Вернее, это движение ни от чего не зависит. А чтобы толкнуть, это импульс. Вот, да, вот здесь правильно подсказывают. А импульс в голове – это что? Мысль. А мысль рождается от чего? Желание. А желание рождается от чего? Вспоминайте все мои эфиры. Так, да, давайте дальше. Желание от чего рождается? От того, чтобы что-то… Для чего тебе нужно подойти? Для чего тебе нужно подойти и пнуть мячик? Вот нахрена ты его пнула, чтобы он сам катился? Результат какой-то мне нужен от этого. Какой? Цель. А цель какая? Чтобы он катился? Куда-то прикатился, куда-то. Мои подписчики все знают и все правильно отвечают, а ты? Я только сегодня подписала. Неважно. Для чего ты подошла и пнула камень на улице, на асфальте? Что захотела. Мотивация. Почему захотела? Почему? Почему? Он не мешал. Нет, дорога большая, он тебе не мешал, но ты специально к нему подошла и пнула. Чтобы совершить некое действие, что-то с ним случилось, а для чего? Тебе нужно наблюдать, что с ним случится. Мы все делаем ради наблюдения процесса, ради наблюдения этого потока. А что вызывает это наблюдение потока? Ты ж просто так не будешь наблюдать то, что тебе что? Нравится, интересно. Вот импульсом является интерес. Если тебе лень, значит тебе просто неинтересно. Если ты вызовешь к любому действию интерес, у тебя сразу появляется вот этот импульс, ты себя пнула, и уже ты катишься по инерции. То есть единственное, что запускает твое движение, это интерес. Нужно, короче, а если это нужно как бы… Ну, лени нет, интереса нет. Это же не значит, что от этого можно отказаться. Это значит, что нужно найти то, что тебе интересно, что движет тобой, что какая мотивация, да? Какой интерес, какой да. Интерес. Если тебе лень, значит, там интереса твоего нет. У тебя интерес в этот момент здесь сейчас лежит в чем-то другом. Тебе нужно искать интерес. Как только у тебя есть интерес, у тебя сразу рождается… Ровно то количество энергии, чтобы исполнить вот это движение к исполнению любой твоей мечты и желания. Если интереса нет, то будет лень. Лень – это хорошо, это индикатор, что туда идти не нужно, потому что нет там энергии. Нормально все? Да. Теперь тебе еще что-то мешает выходить и становиться знаменитой?
Все, ты уже знаменита, потому что тебя посмотрело 16 тысяч человек. И посмотрит в течение нескольких дней. Твое желание исполнилось. Спасибо большое. Спасибо. У кого-нибудь откликнулся разбор? Кто-то свое что-то почувствовал? Потому что это групповой процесс, динамик, и, возможно, это сыграло еще для кого-то какую-то роль. Поделитесь. У меня была прям в начале очень сильная тяжесть в груди, мне вообще прям настолько было плохо. Вот. А когда ты стала проговаривать трансформацию первую, меня прям саму стало отпускать. Вообще так хорошо. А так прям хотелось что-то вырвать и выкинуть. Еще благодарю тебя. Еще у кого-то что-то откликнуть? Кто был с нами в процессе? Мне понравилась твоя методика, надо взять на вооружение, я так не умею. Я работаю по-другому, мне интересно очень. Мне понравилось. Через чувства. Через чувства, да, через чувства. Еще кто-то хочет? Или перейдем дальше к обсуждению? Юлечка, давай расскажи нам еще что-нибудь, мы сейчас в процессе подключимся. Какие вопросы? Задаем. Могу рассказать, как, не знаю, там алгоритм интересен. Вопрос есть. Да. Вот, то, что сказала Нелли последнее про интерес, да, что если есть интерес, то как бы не возникает каких-то сопротивлений. Вопрос возник такой, как поддерживать или культивировать себе этот интерес, или это настолько естественное состояние, что оно либо есть, либо его нет? А ты как думаешь? Либо это можно создавать как-то. А ты как думаешь? Я все-таки думаю, что больше склоняюсь к тому, что он либо есть, либо нет, но еще думаю, что, наверное, есть какие-то штуки при помощи, может быть, практики какие-то, при помощи которых можно себя вводить в состояние, любопытства к жизни, жажды жизни, что-то. Давай, я так с другого ракурса немножко отвечу. Потом я отвечу. Да, важных осознаний. Немножко про другое, но рядом про то, что ты говоришь. Часто люди, тоже интерес, тоже предназначение, это все вокруг да около, mm-hmm. да, когда человек стремится себя проявлять в чем-то. Например, люди часто ищут свое предназначение вокруг, смотрят, пытаются, да, какой-то в себе зародить интерес, делать что-то против воли или смотреть на других, повторять за другими. А вот на моей практике, на моей личной практике и практике с учениками, с клиентами четко. Когда мы идем, сейчас поищу, когда мы идем в познание себя, в свою глубину, по сути, идем в свою темную сторону, да, те вопросы, которые для нас причиняют боль, которые нас волнуют, которые беспокоят, либо вот что-то в нас, что мы в себе не принимаем, мы идем в глубину, и в момент, когда мы освобождаемся, то есть, по сути, идем в блоки, высвобождаем из них энергию, и у нас начинает рождаться. Я веду сессию, у меня куча на полях идей. И идут к клиентам, у него куча идей в процессе. То есть человек не за идеями идет, сейчас объясню, к чему я веду, а идет в свою глубину, и высвобождаясь от этих блоков, у него сразу идет поток. Возвращаясь к потоку, если мы проживаем, как я изначально сегодня говорила, поток, пропускаем его через себя, поток останавливается в тот момент, а интерес – это тот же поток, да, вот тоже влечение, когда человек несет куда-то по импульсу, он следует этому импульсу. Поток останавливается в тот момент, когда мы пытаемся где-то замораживать свою энергию, мы за что-то пытаемся захватить, мы за что-то держимся, либо, где-то какой-то блок, понимаешь, есть какой-то блок. Сразу смотреть, за что ты держишься, что блокирует, что тормозит. И когда здесь мы высвобождаем энергию, то поток снова течет и несет опять свободным движением. А теперь от меня. Ага. Интерес – это индикатор, это следствие. Мы его специально не рождаем, специально ничего с ним не делаем. Потому что жизнь, она та, которая есть, и в ней есть все. В ней есть мы, творцы, и мы сами творим нашу киношку, и в ней реально есть все. Вот то, что мы хотим наблюдать, как сказал Тони, то и мы и наблюдаем. И интересно, просто индикатор, стоит туда идти или не стоит. Мы просто должны читать мир как знаки, мы должны читать мир как наш путеводитель. Те стрелочки, в которые мы хотим пойти поиграть. То есть, получается, мы идем за интересом, и все. Мы не гонимся за ним, специально его как-то возбуждая в себе, а мы просто наблюдаем, где нам интереснее, туда мы и идем.
и все. Ну, это получается тоже чувствование себя, да, когда освобождаешься от каких-то вот этих зажимов, ты начинаешь четко чувствовать себя. И тогда ты чувствуешь, вот это мое, это не мое, сюда идти, сюда не идти. То есть чувствование себя, ты тогда сразу, вот здесь мой интерес. Ну и дальше, если ты тебя туда несет, либо тебе что-то мешает туда идти. Потому что где-то энергия, твое внимание. То есть мы часто замораживаем, как Тони говорил, свое внимание в фокусе, да, время, потери, привязки какие-то, правила, убеждения. То есть он перечислял прям пунктики, да, если можно по ним даже смотреть, где заморожены энергии, во что я вцепился. Там человек переживает по поводу прошлого, забывая о настоящем будущем. Переживает по поводу потери, забывая о том, что у него есть. А возвращаясь к квантовой психологии, да, когда от нас что-то уходит, это тоже такое тоже важно осознать, когда от нас что-то уходит, мы просто высвобождаем энергию на что-то большее. Я прям на себе четко ощущаю. Когда с чем-то, ну, что-то отпускаешь, то у нас идет расширение. Что-то другое. Но тут важный момент. Человек, от человека что-то уходит. И тут важно в этот момент отпустить. Может быть, оно и не уйдет, оно может, наоборот, прийти в большем объеме. Но если мы вцепимся, то мы не получаем ни нового, ни старого. То есть в старом страдании нового нет, и все. Если же от нас что-то уходит, и мы внутри можем отпустить, почувствовать вот это отпускание, предвкушение чего-то, то нам либо старый развернется новыми красками, либо новое что-то придет. Вот этот момент важен, потому что если человек что-то теряет, он вцепился, ну... Он не пускает ни новое, не отпускает старое, то есть это как кино идет, а мы вцепились в кадр, и пленку не пускаем дальше, да? Не видим ни больше, и здесь ничего не видим, нам уже самим неинтересно, потому что это мы уже разглядели. А я бы еще развила тему дальше. Так, где у нас девочка любимая, почему я ее не вижу? Которая у нас разбор. Ты стекла. Смотри, то есть получается, если ты хочешь там славы, проявления, стать великим блогером, миллиардником, вот, но у тебя к этому нету интереса, соответственно, здесь и сейчас тебе нужно заняться чем-то другим. Это ум твой просто рисует такие картинки тех чувств и эмоций, которые ты хочешь получить. На самом деле ты хотела получить просто проявление, и тебе нужно научиться проявлять себя настоящую, естественно, неважно где. Образ блогерства миллионника, миллиардника, давай так, он просто тебе рисует те чувства, которые ты хочешь сейчас чувствовать. Ты хочешь чувствовать свободу, но пойми, что свобода, она не в свободе, а не свобода, она свободна наоборот. Вот, допустим, что такое свобода? Свобода — это когда вообще ничего. А не свобода, мы ничего фиксируем там в кружке, например, и можем попить чай. То есть, если мы возьмем молекулы и поставим в кристаллическую решетку в виде кружки, выплотним форму, то ты можешь этой кружкой воспользоваться. То есть не свобода — это очень хорошо. Твое тело не свободно, чтобы ты могла через него чувствовать. Если бы твое тело было свободным, оно бы распалось, и у тебя бы не было бы тела, пойми. То есть хотеть свободы — это также тупенько, как и хотеть не свободы. То есть это одно и то же, просто мы экспериментируем и должны понимать, что обе крайности — это одно единое целое. Как у медали две стороны. Мы все поделили на две части. Если какую-то часть не принимаем, то и вторую не получаем. Когда ты борешься с несвободой, то и свободу ты не получишь. То есть медали нету. Когда ты хочешь отсечь у монетки одну сторону, то ты и вторую не получишь, у тебя не будет этой монетки. Поэтому нужно все шаблоны мышления, все вот эти крайности, крайности — это края, которые тебя тормозят от потока, соединять в целое. И классно очень Юлечка сделала, что я принимаю в себе. Какие там чувства были? А если их довести еще до конца, у тебя вообще прошлое поменяется. Я принимаю в себе закрытость, потому что это круто. Потому что если я закрыта, у меня есть закрытая структура, какая-то форма, и я в этой форме могу себя познать. Если у меня этой закрытой формы нет, то я не могу себя познать, я не могу себя пощупать. То есть закрытость — это хорошо. Понимаешь? Mm-hmm. Ты открыта в своей закрытости. Твоя закрытость открыта. Осознай, что это целое. То есть тебе не нужно это искать, оно уже в тебе есть, как сказал Тони. В нас есть все, мы просто это не наблюдаем. Какие там чувства еще были? Позор. Позор, а противоположная сторона медали какая? Слава. Нет, позор и... Тут не было противоположное проявление. Что для тебя противоположное позор? Позор — это что такое?
Что за чувство? Осуждение в негативе. Похвала, наверное. Похвала, да. Осознай, что похвала, признание – это позор. Потому что ты творец, а все вокруг – это твои нарисованные персонажи твоего же кино. И представь, если ты у своих нарисованных персонажей, как Стивен Спилберг, будешь искать похвалы, ну, тогда ты не признаешь себя творцом, тогда ты в позиции жертвы. То есть похвала – это для тебя, как творца, позор. А вот позор – это реально похвала. Поэтому в тебе это тоже все есть. И Юля просто пошла более быстрым путем, не стала хакать тебе мозг, а сразу сказала: «Прими и все». И типа возьми на веру, это достаточно. Это действительно тоже достаточно. Какие там чувства еще есть? Просто я еще глубже люблю копать. Страх, сила, слабость. Сила в бессилии. Дело в том, что сильному сила не нужна. Силу прикладывает только слабый. Кто ищет силу, тот слабый. Поняла, да? Хакнула мозг. Все нормально. Самые сильные мужчины – это те, которые умеют проявлять слабость. Слышали такое, да? То есть будьте настоящими, естественными. И когда вы просто будете даже людям проговаривать всю свою слабость, вам скажут: «Боже, какая ты сильная! Как ты вообще можешь в этом признаться? Это ж такая сила на это нужна». Вот, в тебе сила вся уже есть, она в твоей слабости. Какая-то. Сегодня еще Салам хорошую фразу по этой теме в свой канал закинул из разряда. Как ты там сказала? Лучше усилия 1% 100 человек, чем 100% собственных усилий. Конечно. И вот это как раз-таки про силу, которую ты, вот как божественный наблюдатель, твоими руками, да, твоей мотивацией люди могут делать. Люди — это ресурсы, да, конечно. Вовлекаясь в общую команду, в общую силу и создаваясь радостью. Или же человек берет на себя и считает, что он самый сильный, и тащит все, и он не сделает всего один. То есть... Я вам про чай сегодня расскажу. Как мы задействовали всю планету из прошлого, будущего и настоящего для того, чтобы попить тебе сегодня чай. Это тоже мозг можно сломать. Какая там еще была? Давай ее хакнем дальше. Уныние. Уныние? Уныние противоположное что? Уныние противоположное — это радость какая-то, действие заряженное. А что вообще такое уныние, на твой взгляд? Бессилие. А бессилие — это что? А бессилие — это... Скажи, вот водяной поток, когда течет, он сильный или бессильный? Он просто течет. Это я уже сейчас поняла. И когда он не прикладывает силу, он может течь туда, куда ему нужно, обтекая, все вот это вот свободно, да? А уныние? А уныние — это... Еще и бездействие, да? Бессилие и бездействие. Если ты как наблюдатель бездействуешь, то придут все ресурсы вокруг и сделают все это для тебя, если ты будешь наблюдать. И твоим наблюдением создастся огромное действие. Да, да, людей. Да. Или же один человечек что-то делает, и бессил. То есть прими свое бессилие как самую ценную силу, силу наблюдения. И силу того, что наблюдаешь, как все персонажи твоего кино будут заваривать тебе чай. Я сейчас про чай расскажу, ты поймешь. Давай, какая там еще эмоция была? Потребность в защите. Защита и? Противовес? Да. Защита и... Ну, и открытость, и защита и... Когда ты защищаешься, то ты, получается, что делаешь? Убегаешь от всего. То есть ты не проявиться не можешь, ни внешне ничего просто получить, стоишь, ни изнутри, да? То есть защита не нужна? Нет. Ты представляешь, защита — это просто остановка. Ты не можешь течь. Ну, то есть ты поставила стену, и все. То есть ты не впустить, не выпустить. А твоя жизнь — это вот вибрация, это движение. Поэтому нам не нужна защита, нам нужна, да, свобода. Беззащитность — это очень круто, когда нам не с чем бороться и защищаться, ни от кого. Что там, какая эмоция была? Давай по-быстренькому. Осуждение. Осуждение — это когда люди тебе показывают на твои узкие места. Их надо в ножки кланяться и целовать за это, потому что они тебе показывают, где ты тормозишь.
Это же круто. Если тебя начнут осуждать в твоем блогерстве, это, вот им низкий поклон, а те, кто будут тебе там лебезить, они тебе не дают развиваться. Ты поняла? Mm-hmm. Что жди хейтеров с распростертыми объятиями. Mm-hmm. Это хорошо. И с каждым разом будет меньше и меньше. Что там еще? Критика. Ну, про критику мы уже сказали. Унижение. Унижение. Что такое унижение? Ну, это как осуждение. Ну, это личное какое-то ощущение унижения. Это... Противоположное? Унижение от эго, а противоположное похвала. Но это то же самое все, критика. Ты поняла, что ты открыта теперь к критике и будешь с кайфом как комплименты принимать. Да, как к проблемам, как к зонам роста, наоборот. Точка роста. Офигеть. Все, тебе больше ничего не мешает тебе взять и проявляться, и говорить, что ты хочешь, делать, что ты хочешь. Нет. Кайфовать, радоваться, радовать народ. Нет. Чем больше ты будешь веселиться, тем больше окружающих в зеркале будут тебе показывать это веселье в ответ. Угу. Класс? Класс. А по поводу чая, представьте, чтобы вам попить чай, нужно его вырастить, да? Привезти, построить завод судопроизводственный, который суда сделать, чтобы его привезти, самолеты спроектировать, сколько профессий нужно сделать, а эти люди должны в какой-то одежде ходить, сколько фабрик, сколько хлопка вырастить, сколько пауков, а сколько дизайнеров. И краску, и электричество изобрести, и трубы в дом подвести, чтобы вода циркулировала у тебя в доме, и дом построить, и фундамент. Столько всего нужно, все люди будущего, прошлого, настоящего, всех вариантов событий параллельных, все работают на тебя, чтобы ты попила чай. Люди — это наши ресурсы, поэтому ты не то что должна от них закрываться, а наоборот проявляться, и чем больше ты открыта, тем больше тебе могут дать. Так что любите людей. Про благодарность. Это про благодарность. Благодарить каждого. Какие-то еще вопросы? Очень интересно. Классный инсайт про свободу. Насколько глупо хотеть свободы. Это очень глупо. Да, это прям вообще... Мы просто превратимся в ничто. Зачем? Мы ограничиваем себя для этих игр, поиграть. Мы же рисуем как художники вот это вот все. То есть, по сути, будучи всем, мы испытываем весь спектр чувств, мы не можем отличить разные чувства. У нас даже такое осознание было, когда, вот я не помню, с кем, Свет, с тобой, да, мы разбирали, по разным чакрам, да, в отношениях. И мы, я помню, тогда с тобой переписывались, то, что мы хотим познать сначала отдельно каждое чувство, а потом уже в единстве букеты. Чувств отличать краски, как вот как... Как фамилье, да, там... Сомелье. Ну да, все меня поняли. Сомелье. И фамелье, кстати, новая профессия. Скоро будет благодаря Юле. Я не очень люблю, поэтому можно. Он пробует, он отличает нотки, отличает, где это рождено, какие там букеты, какие цветы, какие ягоды. То же самое здесь. То мы испытываем весь спектр чувств, вот это единство, вот этого состояния, да, какое там состояние оргазмическое. А тут мы отличаем нотки. И потом эти нотки сможем чувствовать в общем спектре чувств. И, скорее всего, вот это где-то рядом, для чего мы себя ограничиваем. Здесь еще важный момент, вот Нелли, да, к нему подвела, сейчас с другой стороны просто скажу про целостность, да, то, что целостность — это только единство всего. Mm-hmm. То есть, если взять только одну грань, это не целое. Целое, оно сочетает в себе все грани. Поэтому как раз-таки для, вот, крутой инструмент, да, трансформационный, который, по сути, каждый может использовать для себя, это вот то, что сейчас делали, когда мы разбиваем вообще дуальность, разбиваем ее, когда просто иллюзия распадается, противоположное становится противоположным. Мы просто смотрим, где в каждой грани противоположности есть ее обратная составляющая, где плохое является хорошим, а хорошее является плохим. И тогда, когда мы это реально прочувствуем... Границ нету, грани убираем, границ нету. Мы рассуждаем, да. И в рассуждении мы ощущаем. Ощущаем по-другому восприятие, и в этом меняется наш шаблон восприятия, и сразу как следствие меняется реальность. То есть вот эти моменты рассуждения, вот эти разборы структуры желаний, что мы здесь сделали? По сути, наши структуры желаний противоречивых, единовременно хочу, единовременно боюсь, она является первопричиной того, что происходит в реальности. То есть все, что есть у каждого из нас, это наши истинные желания. А для чего мы это хотим, какие выгоды это иметь, какие страхи не иметь, а то, о чем мы грезим и мечтаем, это как раз-таки в основе этой структуры. И когда мы идем в осознание этого, мы проживаем тот опыт, который мы имеем сейчас, и переходим к какому-то новому опыту, и наша реальность начинает перестраиваться.
И вот этот момент тоже важно, если говорить про страдания, да, про то, где мы замораживаем энергию, то, что по факту мы проживаем спектры чувств, когда мы умеем чувствовать все ощущения, все грани ощущений, которые в жизни, ну, так или иначе с нами соприкасаются через различные органы чувств, да, у нас множество органов чувств, мы по-разному воспринимаем то, что с нами происходит. Если мы умеем чувствовать эти ощущения, не оценивая их, как плохое или хорошее, как негативное или позитивное, вот чему учат гвозди, да, мы встаем на них и абстрагируемся от чувств, это просто яркие ощущения, это не боль. Боль – это наш ум уже интерпретирует. То есть страдание тогда, когда мы почувствовали что-то, загнали это в базу данных нашего прошлого опыта или вообще опыта чужих людей, приняли какую-то оценку, что это плохо или это хорошо, что это страдание или это боль, или это там приведет к каким-то последствиям, и в этот момент мы страдаем. А если бы мы просто ощущали, не интерпретируя, то мы просто бы, о, какие яркие ощущения на гвоздях, да, да, или, да, да. О, что я здесь почувствовала. То есть, когда мы умеем в настоящем моменте просто чувствовать все, что происходит, максимально чувствовать, то мы наслаждаемся. В тот момент, когда мы оцениваем то, что мы ощущаем, оцениваем, исходя из прошлого опыта, оцениваем, исходя из опыта других людей, мы страдаем, потому что эта оценка не всегда соответствует тому, что бы мы хотели. То есть, либо нам это не нравится, и мы страдаем из-за того, что мы недовольны, либо мы желаем чего-то другого, и мы страдаем от того, что у нас нет чего-то другого. И вот как раз-таки это заставляет нас впадать в состояние неудовлетворенности. Ты вот так тараторишь классно, я не могу, я кайфую. Главное, чтобы все понимали. Все успевали, да, это так получается. Что еще я хотела сказать? Ну, а здесь, когда мы работаем с нашими чувствами, идем как раз-таки в осознание структуры наших чувств, у нас меняется, как ты почувствовала, да, внутреннее восприятие, ты физически, как ты говоришь, это проживала, у тебя изменилось внутреннее на чувственном уровне восприятия, и оно меняет твой шаблон, а твой шаблон уже влияет на изменение реальности вокруг, как на отражение. То есть вот по такой схеме вроде как посидеть, поболтать, а хоп, и в жизни очень многое может быть. На уровне клеток изменения. Потому что ключевое – это наше состояние, наше отношение, наше восприятие. Если оно у нас внутри меняется, то как следствие меняется снаружи то, что вокруг нас происходит. Юлечка, мы хакнули, тут очень много людей, 100 человек, да. Ты мозг. Ты тоже. Благодаря тебе, знаешь, сколько людей тут? Ты как-то открыто на самом деле. Кайфанули. Ты сказала про закрытость, а при этом ты открыто вышла перед всеми и поделилась тем, что ты чувствуешь. Я специально это сделала. Я люблю эти страхи свои. Это самая главная возможность, которая может быть, пойти в свой страх. Поэтому. И получаешь за то, сколько бесценно. Очень здорово. Ребят, у кого какие вопросы, какие темы интересны? У нас еще одна участница присоединилась под шумок и не успела представиться. Тоже девушка, знаете ли, очень интересная. Расскажи пару слов о себе. Ты же, а мы тут все представлялись, пока тебя не было. Я астролог, я психосоматический терапевт. И еще много чего. У меня сейчас два своих проекта, когда мы учимся понимать свои циклы, учимся понимать свои ритмы. Для чего? Потому что иногда мозг тебе говорит, что сейчас пора действовать. Вот сейчас моя подруга действует, мне надо действовать. А у тебя вообще ничего не работает, и тело твое не готово действовать. Мозг при этом шаблоне это что-то выдает. Все на самом деле я изучала это на протяжении годов, изучала на протяжении у своих клиентов и поняла, безусловно, что когда-то у кого-то время фигачить, и это ему в кайф, а когда-то время отдыхать и уехать вообще на ретрит и вообще ни о чем не думать. Изучала этот процесс и поняла, как все гениально подчинено этим циклам и ритмам. У меня сейчас был, он называется у меня синхронизация, этот проект, чтобы мы синхронили с ритмами в мире, со своими, и получается резонанс, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, когда ты действуешь, ловишь эту волну, действуешь с этой волной, и получается круто. В общем-то, я прям кайфую. Я все свои знания применила вот в эту систему. Классно. Ну, опять же, про прохождение, нахождение своего потока. Ой, у меня на самом деле, когда вы говорили про интерес, у меня другая задача. Я не понимаю, как ограничить этот интерес. Как остановить. Зачем? Кайфуй. Мне не хватает вообще на все, что я хочу. То есть я там вот сейчас тоже опоздала, мне не хватает. Сейчас приеду домой. А что тебя смущает?
смущает, ну, мне все интересно, мне весь мир интересен. Я не знаю, как это все вмещать вообще. А почему ты этим не наслаждаешься? Наслаждаюсь. А что мешает, ну, тебе наслаждаться? У тебя вот в чем проблема-то? Ну, надо, значит, как-то еще круче все планировать офигенно, чтобы у меня вот это вот, знаешь, вот это вот, ну, вот эта система кубиками. Тебе хочется еще больше вместить? Нет. Или что? По интересу, да. Хочется еще больше. Ну, видимо, у меня объем расширяется. Ты понимаешь, я, видимо, расширяюсь. И еще пока не могу на ту себя, как будто как бы не охватываю. Мне нужен, видимо, какой-то инструмент, чтобы обхватывать другой свой интерес. Команда. Ты сейчас этим и занимаешься. Команда, то есть вот это все, да. Ну, ты уже сама сказала, тебе нужна команда, да, и все. Да, у меня уже тебе есть. Пора расширяться и делегировать. Люди — это ресурсы. И все, что ты не хочешь, да, сама делать, те мелочи, просто сделают люди за тебя. Ну, понаблюдай. Я сейчас автоматизирую процессы, чтобы мне самой туда не погружаться. Автоматизирую, наняла себе систематизатора, наняла. В общем, там все. У меня все летит, правда. Наслаждайся и благодари. Я утром просыпаюсь, это и делаю, и вечером тоже. Вот тут, наверное, тоже, знаешь, Юля, тоже на эту тему думала, что поток большой, но ты через себя много пропускаешь, но, видишь, много не успеваешь. Да. Чувствовать... Отпускать просто то, что не успеваешь, в тот момент, когда ты не успеваешь. И еще отдыхать. Я поняла, какой в этом. Я поняла одну гениальную штуку, про которую я совершенно забыла, что для того, чтобы вообще эффективно проживать день, тебе нужно спланировать отдых в этом дне. Это, по-моему, важно. Запланировать, что я сегодня сделаю вот это, потому что у меня вот с этим случилось, меня накрыло под конец года. Я так 6 лет жила нон-стопом без отдыха, потому что мне не то, что там было интересно, я вообще спала, вернее, не спала, я круглосуточно была в интересе, мне хотелось все. Я из страны в страну перелетаю, жила в аэропортах, просто все время на самолетах, и везде встречи, везде тусовки, везде проекты, миллион там вариантов развития, и я выдохлась. Вот я поймала это в конце. Надо отдых, обязательно, да. Вот какой-то ключ. Хорошо, что мы все понимаем, что нужен отдых. Ребята, у кого какие вопросы интересные или запросы, что кто хочет обсудить? А я хочу добавить, что Юля крутой астролог. На личном опыте знаю. Спасибо, дорогая. Юля астролог расширенного сознания. Ну да, я не про то, что у тебя будет вот так и никак по-другому. Там просто на самом деле все есть энергия. Ты просто когда понимаешь, что у тебя ты можешь эту энергию в минус, ты можешь эту энергию в плюс расходовать. Тебе просто нужно показать, что смотри, у тебя в минус вот так, а в плюс вот так. Ты можешь выбрать, как в плюс, потому что нет карт напряженных со страшной энергией. Есть на самом деле огромная сила везде, огромная сила. Знание, что у тебя туда утекает, а туда прирост, когда сама из себя все блоки вытащила и понимаешь, что там за поток, как будто пробки везде с шампанским вышли из тебя, и ты начинаешь фонтанировать. А до этого энергию вот туда не пускал. Да. Ну, по сути, это все к тому же. Когда мы в потоке, мы в плюсе, когда мы где-то что-то заморожено у нас, вот эти предубеждения, мы в минусе, в тени, как мы с тобой, Лен, говорили. Мы либо в плюсе, либо в тени. Соответственно, мы либо в потоке максимально, либо мы застреваем в каких-то своих блоках, шаблонах и сидим в тени, и тогда негативный сценарий. Про осуждение еще немножко. Вот мне понравилось, что если осуждают, то это узкие места, возможность увидеть, да, вот немножко об этом. А еще, знаешь, как мне хочется сказать, ты сказала про осуждение. Ну, Нелли часто говорит, мы часто говорим о том, что наша сила наших темных сторонах. То есть то, что очевидно, то, что видно, это... Мы уже эту силу использовали. Я вот то, что люблю приводить пример, вот есть луна, она когда полумесяц, вот этот огрызок, и полная луна светит. Вот если сравнить вот этот огрызок и сравнить полную луну, вот где кто чувствует больше емкости? Ну, в луне полная, конечно. Полный прям ощущается масштаб, а вот этот просто какой-то огрызок. И то же самое у нас получается. Если мы принимаем только то, что для нас позитивно, для нас... Светло и понятно. Окружающее общество принимает, то мы себя ограничиваем вот этим вот кусочком. А все остальное нам просто не видно. И когда мы идем в познание этой стороны, мы распаковываем огромную силу. Соответственно, когда кто-то осуждает... показывает на те места, где есть какая-то емкость. Но мы же сразу корежимся, нам неприятно, да, вот нас здесь осудили, вот здесь ты плохой. Показывают нашу силу. А по сути, там как раз-таки сила. Если туда посмотреть, там можно раскрыть. То есть посмотреть под углом, под другим углом и осознать, в чем там сила емкости.
Просто вот у меня была ситуация, когда одна моя клиентка постоянно, долго, женщина в возрасте, мы всегда с ней на таких, даже какие-то такие темы, даже там квантовая физика, ну вот она тоже чем-то интересуется. И я столкнулась с такой ситуацией, необычной для меня. Я пошла на танцы, стрип-пластику, и выложила кусочек танцев. И она, когда увидела, она пришла просто ко мне, пришла, говорит, мне надо с тобой поговорить. Очень серьезно отвела меня в сторону. Я думаю, что случилось? Думаю, что-то у нее там ну, не так, может, что-то в последний раз вот, все хорошо. Ну, все всегда хорошо. И она мне говорит, я вот видела, ты, значит, занялась вот этим делом. Как будто ты в путаны пошла. Я говорю, да я для себя просто я не собираюсь нигде выступать с этим. Она говорит, ну, в общем, вот это вот, я вся покраснела, сейчас тоже видео просто вспоминаю, у меня... И она просто перестала ко мне ходить. Я говорю, ну, я попыталась даже как-то объяснить, типа, это я для себя, там, что, ну, я нигде, не, ну, как бы никак. Ну, типа, и так вот, вот такое. Что ты когда почувствовала? Ну, сначала, вот, что страх. Для тебя в этом было? У меня есть ответ. У меня тоже есть, ну, что, да. Что ты в этом увидела? А к ней что ты почувствовала? Типа, вот дура. Может быть, у тебя был страх ее потерять. Может быть, у тебя был страх опозориться. Может быть, для тебя это что было? Типа, почему она меня не поняла? Непонимание. Очевидно, то есть ты почувствовала непонимание. Непонимание, да. Ну, я здесь что увидела? Во-первых, она тебе дала, показала, что ты себе не принимаешь. То есть то, на что она тебе показала, это то, что ты себе не принимаешь. Во-вторых, это непонимание, да? То есть получается, что... у тебя есть программа непонимания, надо посмотреть, да, с какой стороны, где ты кого-то не понимаешь, себя не понимаешь или других не понимаешь. А во-вторых, если она к тебе так пришла и сказала, значит, возможно, ты к кому-то так поступаешь. Ну, ты тоже можешь кого-то осуждать, либо на кого-то посмотреть, сказать, фу, он занимается чем-то неприличным, можешь, я с ним дружить не буду. То есть, по сути, это не твоя вообще профессиональная деятельность, это вообще не имеет отношения к твоей профессиональной деятельности. Она сделала вывод на основании этого и перестала с тобой взаимодействовать. А где ты, да? Ну вот мне тоже сразу пришло такое, что она тебе показывает, она не занимается своей жизнью, да, и когда человек своей жизнью не занимается, он наблюдает только отражение, то есть он воспринимает отражение в зеркале как настоящее, а тот, кто стоит перед зеркалом, не воспринимает как настоящее. Кстати, она стала говорить, что раньше, когда она была молодой, она могла бы тоже много что делать, но вот... Она но она не это не выбрала, она себя не выбрала, потому что у нее муж... На дети. Тот момент, когда именно она тогда сказала, не в моменте здесь сейчас, а на тот момент, ты тогда себя не выбирала. Да. Не плачь, моя дорогая, люблю тебя. Я радости. Я предлагаю сделать энергопрактику. А это можно? Да, можно, конечно же, надо куда-то поставить. Ребята, сейчас у нас будет энергопрактика, мы ее покажем от Юлечки, и я потом Юлечки, выхожу с эфира. Я давайте. Я сюда. А то все тут присохли, засохли. Надо встряхнуться. У нас будет встреча, разбор 15 января и 16 января. Записывайтесь. У нас там будет еще массаж каждому. Юлечка, давай, это прямой эфир идет. А? Сейчас товарищ придет, допустим. Сейчас придут к нам и сделают нам энергопрактику. Ты хочешь, чтобы я начала? Прямой эфир. Звезды. Звезды. Я? Просто мне юбки не очень. Давайте. Давайте вставать. Давай тогда так встанем. А ты можешь телефон поставить, а сама тоже встать? Или как? Я с телефоном сижу. Просто здесь... У меня есть. Не буду перерывать. У меня тоже есть. Немножко на практике.
интересной рубашки. О, моя любимая. Я не помню, мы с вами делали, не делали. По сути, это древняя практика, в которой делают различные элементы по 109 раз, и в результате проходит экзамен, в котором настолько более сильный человек, и его поверхность тела становится как следствие сильным, что его даже ножом не проколоть. Мы с вами так далеко доходить не будем, это опасно для неподготовленных. Мы делаем некоторые элементы по несколько раз. Благодарна за эту практику Александру Брат на всякий случай. Это после випассаны, после процессов и тренингов вскрытия реальности у нас есть недавние новоиспеченные. Вот. Мы с вами ее тоже проведем, потому что она очень круто запускает процесс энергии в теле. Она круто прорабатывает ментальные блоки, активирует лимфу, ток лимфы. А по сути, это как раз-таки движение, очищение нашего тела, которое запускается только в движении. Встаньте поудобнее, в принципе, нас слышно. Нас слышно? Да. Меня слышно? Да! Это вообще не на груди. Еще мужчина какой-то. Привет какой-то мужчина. Юлечка, давай практику ждем. Давайте с нами, ребят. Стряхиваем максимально с рук, расслабляя руки, ощущая, как будто сбрасываем все наши блоки. Вот сюда еще кого-нибудь. Шаблоны. Расслабляя прям руки максимально. Добавляем ножку, как будто сбрасываем листочек. Как будто сбрасываем листочек с ноги. Здесь можно протестировать себя, закрыть глаза. Если стоишь равновешно, значит внутреннее и внешнее сбалансировано. Если шатает, где есть норма? Скажи, пожалуйста, что такое норма? Ножкой болтаю. Нет, давай у Лен норму трансформировать. Хорошо. Меняем ногу, сбрасываем с другой ноги. Снимаем таким образом напряжение. Теперь обе. А две ноги с тобой. Вот теперь обе, видишь? Попрыгаем, можно плечи, как будто мы втаптываем что-то. Соседи, алло. Мы еще там, мы нежно. Как круто сверху наблюдать с люстры. Теперь встаем. Я не знаю, какие это будут силы. Заднего нет. Поднимай юбку, нормально. Это поза выда? Ну, мы просто присаживаемся, ну, вот, в такие привычные позы. Привычные? Я обычно так и хожу. Я это самое видно. Чуть-чуть присяли на ногу. Это прилично смотрится? Да, прилично. Присядем чуть-чуть на ножку. Мы берем рукой, разворотом захватываем сзади энергию. Забираем все из прошлого, всю энергию свою из прошлого и в настоящее, вперед. Дыхание следующее, мы дышим через зубы. Вдыхаем через зубы. Вдох через зубы. Через нос. Выдох через нос. Если вдруг из носа у кого-то что-то полетит, не переживайте. Это не страшно, можно выспрыгнуться, успеть до. На соседа можно. Кто не говорит, все осознанные в правинге, да? Если кого-то на кого-то что-то полетело. Это ваши желания. Это ваше благословение. Очень четко. Это как птичка на какой-то деньгам. Давайте, давайте. Так, мы дышим, захватываем всю энергию из прошлого и энергию настоящую. Из прошлого в настоящее. Вот сейчас мужчины покажут. Мужчина так брутально, а Юлечка так сексуальненько. И девочки тоже очень красиво делают. Ой, кто там у нас прятался? Я думала, что это муха на этой солнце. Практика из железной рубашки дает телу силу и энергию. Рука сверху, мы
мужчин правая, ладонь к ладони, центром к центру, 4 пальца ниже пупка, наш центр. Аккумулируем собранную энергию в центре. Все, что мы делали в упражнении, генерили энергию. Сейчас мы ее собираем в центре. Чувствуете, сколько в пространстве, наверное? Меняем ногу. Также захватом, дыханием через зубы берем энергию из прошлого и направляем ее в настоящее, в наше будущее. Напомни, левая рука у девушки женщина сверху. Левая сверху, мужчина правая сверху. Угу. Юлечка, ты звезда. Встаем на коленку. Кому нужно, берите подушку. Кому не нужно, можно вот так на коленку. Машем рукой снизу наверх. И разрубаем все, что мешает нам быть настоящим, все, что мешает нам чувствовать состояние счастья, все, что мешает все, нам давай, проявляться. Давай. Мах назад. И разрубаем. Дыхание точно такое же. Через зубы мы вдыхаем, через нос выдыхаем. Мах назад рукой. Юлечка, так делаешь, как балерина. Я танцевала 20 лет, понимаешь? Аккумулируем энергию в центре. Следующее упражнение. Мы захватываем энергию
снизу, через сердце, вперед. И разводим максимально руки полусогнутыми. С таким же дыханием. Делаем захват энергии сверху, пропускаем через сердце и разводим руки в стороны, тоже полусогнутыми. Там пару упражнений осталось, скоро. Аккумулируем энергию в центре. Снова делаем захват энергии снизу, пропускаем ее через столб, через себя, через сердце и отправляем наверх. Руки до конца не выпрямляем, они полусогнутые. Как бы синхронизируя материальное с духовным, пропуская через себя поток энергии. Аккумулируем энергию в центре. Работаете вы, а наполнена я. Вот так же Тони работает, да? На миллионы аудитории. Он скачивает всю эту энергию. И я тоже. Ну, от этого мы ее не теряем. Нет, просто не теряете. Я наполняюсь с вами просто от одного поля тут. Сейчас мы и людей сейчас наполним. Сейчас будет, то есть мы работаем даже на аудиторию, окружающую нас. И на себя в первую очередь. Сейчас будет веселое упражнение, называется оно «Инсайт осознания». Так. Мы встаем в позу, которую мы вставали в первый раз. И делаем махи рукой через верх-назад. Три маха назад. И последнее заканчивается таким шлепком себя по лбу, без боли, без жесткости, а с любовью, с ощущением, как будто пришел инсайт, или с ощущением, как будто мы вышибаем что-то лишнее из мозгов. Шагов, да? Как я сказала, хурму всякую. Да? Хурму. Дальше. Тут разворот максимальный, потому что мы запускаем лимфу. Чем больше мы разворачиваемся, тем больше мы активируем ощущение физического организма. Дыхание такое же. Дыхание. Ир, назад. Саш. У меня чего ты закрепилась за тобой? Прости, пожалуйста, родная. Три маха, три круга, три круга. Раз, два, три. Потом. Дыхание такое же. Через рот, через зубы мы вдыхаем, через нос выдыхаем вместе с шлепком.
С любовью. Я у тебя 4 насчитываю, нормально, да? Ну, у меня тут 4 получается. У меня уникально, я сама за собой это насчитываю. Какой красивый потолок. В общем, 3-4 надо. Ну, говорят, 3, у меня 4 получается. Ну, кому как удобно. Мне тоже 4 было удобно. Кто-то 10 вон делает. Главное, ребят, нету ничего правильного и нет ничего неправильного. Делайте так, как вам удобно. Тем более, это если новые упражнения для вас, вы уже идете в перемены. А перемены — это деньги. Деньги мы любим. Идем в перемены. Кто онлайн это делал, напишите потом, кому придет 15 тысяч рублей сегодня или завтра. В отзывы, пожалуйста, мне в личные сообщения. Ты почувствовала? Ну, когда я говорю, что людям придут деньги на танцевание какого-нибудь или пение, им приходят. Я потом скриню 100 отзывов за день. А те, кто не онлайн, те, кто не онлайн, вам-то точно придут. Я тут про онлайн говорю. Сколько миллионов? 15! Ну, тебе 15 миллионов. А мне, мне. Всем вам придут деньги от перемен. Прекрасно. Аккумулируем энергию в центре. Я тоже хотела 15 миллионов долларов. Жду. У меня просто перемена — стоять на диване сверху. Тоже по-новому. Деньги — это перемена. Каждый раз, когда мы делаем новое действие, которое никогда не совершали, генерируем энергию и направляем ее на какое-то желание. И деньги приходят как сопутствующий, случайный материал. Последнее упражнение очень важное и ценное. Оно гармонизирует энергию. Ту энергию, которую мы сейчас генерили, она отчасти может быть разрушительной. И зачастую мы, когда поднимем, да, свое состояние, иногда хочется проявляться так, что это разрушает что-то в окружающем мире или в нас. И сейчас мы будем делать упражнение, которое помогает преобразовать эту энергию в созидательную. Оно хорошо также можно использовать его в случае с сексуальным, да, каким-то внутренним состоянием, которое хочется гармонизировать. А ну-ка поподробнее про сексуальное состояние. Когда хочется гармонизировать свое внутреннее сексуальное состояние. Ладно. Да. Потом у Юли узнаем, что она имела в виду. Мы же все зеркалом работаем, работаем с собой, понимаешь? Все, вот это зеркало. В центре у нас собрана энергия, мы крутим восьмерку. По сути, мы пропускаем эту энергию через себя, через сердце, восьмеркой, как бы замешивая такой энергетический коктейль. Сначала мы поднимаем на вдохе энергию низом восьмерки, пропускаем ее через сердце. В этот момент мы наполняем энергию любовью. Пропускаем через голову, наполняем энергию радостью. Снова опускаем в сердце, наполняем любовью. Прокручиваем, снова возвращаемся в сердце любовью. Через голову радостью. Вниз на выдохе, наверх на вдохе. Когда мы поднимаемся наверх, задерживаем дыхание. Когда опускаемся вниз, задерживаем дыхание. Крутим сейчас в одну сторону, вперед все вместе. Руками помогаем. Руками мы просто помогаем чувствовать эту энергию, визуализировать и наполнять ее через сердце любовью, через голову радостью. Через сердце любовью. Через голову радостью, через сердце любовью, задерживаем дыхание,
Через сердце любовью, через голову радостью задерживаем их. Теперь разворачиваем восьмерку в другую сторону, крутим обратную сторону назад. То есть на вдохе назад, через сердце наполняем любовью, через голову наполняем радостью, на выдохе вниз, через сердце наполняем любовью и задерживаем. А через низ ничем не помогаем? Любовью. А через низ ничем, мы ее просто пропускаем. Мы ее миксуем. Там силы. Пока все делают, вам расскажу. Я сделала это упражнение, написала на листик 7 желаний, они все в одной точке исполнились через 15 минут. Юля не даст соврать, что я теперь не знаю, что делать с этими желаниями, потому что я зря все желала и теперь поняла, что больше не хочу желать и выписывать желания. Потому что когда они сбываются, не знаешь, что с ними делать. Буду жить здесь сейчас, наслаждаться тем, что есть. Надо тренинг уже начать вести. Как перестать... А, как вернуть обратно желания, которые ты воплотил, чтобы они исчезли. По поводу того, что мы делаем внизу, это нижняя чакра сексуальная, о которой ты и говоришь, что мы балансируем нашу сексуальную энергию. То есть, в принципе, дополняясь любовью и радостью, мы балансируем нижнюю чакру сексуальную. Все верно, да. А теперь 3D-восьмерка. Теперь мы эту восьмерку замиксуем себе в другой плоскости. Поднимаем энергию двумя руками, пропускаем через сердце, наполняя любовью, пропускаем через голову, наполняя радостью, опускаем вниз, снова наполняем любовью через сердце. И еще раз только громко. 3D-восьмерка. Крутим энергию двумя руками в другой плоскости. Поднимаем энергию, пропускаем ее через сердце, наполняя любовью, пропускаем через голову, наполняя радостью. Снова через сердце, наполняя любовью, миксуем ее, задерживаем дыхание. Поднимаемся снова с вдохом через сердце, наполняя любовью. Через голову, наполняя радостью, задерживаем дыхание. И опускаем через сердце, наполняя любовью вниз. И так делаем несколько раз. Люди, после вот этого задания прошу вас, не пишите списки радости, потому что потом меня замучаете, чтобы я вам их отменила. И списки желаний, не только радости и желаний. Они случаются слишком быстро, что потом вы думаете, боже, что я зажелал, зачем? Просто когда все сразу желания наваливаются, мозг не может это переварить. Да, Юль? Что ты осознала в этом? В этом опыте, когда все желания сошлись в одной точке и сразу исполнились, одновременно я осознала, что я не готова к ним, ко всем сразу, здесь и сейчас, и сразу. Просто написать целый листик, который сразу сбылся за 15 минут, причем все. Для меня это было шоковое состояние, до сих пор отойти не могу. По факту, то, что мы имеем... По факту надо наслаждаться вот тем, что сейчас есть, а не желать эти желания от ума. Практика закончена. Поделитесь, кто что чувствует. Я думаю, нам надо пустить кислороды в пространство. Тепло вокруг себя. Но не потому, что жарко. Окошко мы открыли. А потому, что энергия, да. Чувствуется, как она прям аккумулировалась. Еще раз благодарность Александру Брат за эту практику, что передал нам ее. Александр? Брат. Брат. Практика железной рубашки. Он адаптировал ее и на своих... программах проводят, и мы сейчас с вами благодаря этой
возможности практикуем. Кто что еще почувствовал? Потому что она очень мощно запускает энергетику, включает состояние, и ее круто использовать, когда нужно на что-то сгенерить, да, какой-то важный день, нужно себя привести в ресурс, нужна выдержка. Только вас предупреждаю, больше одного желания не загадывайте. Вам плачевно будет потом. Закрутила. Алена, ты начала говорить? Я запись оставлю, ребят, мои любимые. Вам всем оставлю запись. Все потом посмотрим еще раз. Я сама буду пересматривать этот эфир, когда Юля уедет. Мне же надо учиться делать еще такие практики. Здорово. Я думаю, мы можем немножко взять... паузу, да? Чай, кофе-брейк. Так, ребят, мы на кофе-брейк. Сейчас я вам покажу, что у нас есть. Что у нас есть? Мы сейчас будем вот это есть. Ух ты. Это не пицца, это хачапури. Красота. В общем, мы пошли чай пить. Я вас всех целую, люблю. До скорых встреч.